сегодня многие, даже очень крупные компании, ищут слияние, ищут достойного партнера, чтобы идти вместе с ним за руку в этом бизнесе. Если мы посмотрим ретроспективу, Андрюш, можно слайд, пожалуйста? За буквально последний год к нам присоединилась крупная компания энергетических напитков на основе натуральных ингредиентов, компания «Лиму». Это крупная компания, это компания, которая благодаря «Арик» сегодня удвоила свои товарообороты и вышла на новые рынки. Есть компания «Мави», если вы немножко почитаете, то вы увидите, что у них особый подход к здоровью человека, это ДНК-тестирование, и они тоже стали нашими партнерами. У нас будут появляться различные совместные продукты вместе с ними. Это достаточно длительный процесс, но уже знать, что такие компании вошли под крыло «Арикс», это понимать весь размах и всю масштабность компании, которая вначале называла себя компанией брендов. Сегодня «Арикс» – компания компаний, потому что под ее крыло приходит все больше и больше интереснейших компаний. Кому-то приходится отказывать, кому-то приходится говорить «нет». «Арикс» сегодня имеет право выбирать самых достойных для нее. И третья компания, которая вот недавно совсем вышла на наш рынок, на рынок «Арикс» и слилась с компанией «Арикс», вошла под крыло «Арикс», это «Шеннон», косметическая продукция. Опять же, в скором будущем будем ждать новостей об этих продуктах. И еще две компании готовятся присоединиться к нам, так что ждем в ближайшее время очень ярких, классных новостей и наслаждаемся всем тем, что происходит сегодня с «Арикс», друзья.